Всем привет, ребята, и я вернулся в Magic Crown. Короче, здесь вышла обнова, добавился БП, квест на БП, ну, тут они уже есть. Добавился новый редкий хромик, торговец Гэлил, а также три новых браузера, Спраут, Джеки, и нам дали бесплатно Нани. Скачивайте Magic Crown. И заходите, пишите никнейм, и вам дадут бесплатно бойца Нани. И, короче, выполняю я квестики. И открываю вот этот везучий большой ящик. Вот он, везучий большой ящик. И оттуда мне падает лего. Ладно. А у нас тут, давайте выполним квест, но у нас тут монета. Сегодня выйдут квесты новые. И мы дойдем до мегаящика с вами. Я чуть-чуть там поднакоплю до вот этого, до маленького. А вместе с вами уже дойдем до большого. И тут квесты исцелить. А у меня нету пока. Мне пипец как надо пока. Потому что я хочу исцелить, а квестов... Ладно, сегодня наша цель добить до Бравбол, может... Погнали. Добавились гаджеты. Ну, короче, круто. Тут можно тестить уже все давно. И добавили смена управления, если я не ошибаюсь. Смена управления что у нас? Есть баг на Карла. То есть, я вам его покажу, если кто-то помнит. Ну, я не знаю, я помню. On fire, oh my god. Не-не-не, Спайк слабый пока что. Идет под слабака Спайк. Наня, только не ГГ мне. Что меня он в ловушку. 1020, пипец, он много носит. Пипец, ну нечестно, награда за место. Ладно, давайте я вам покажу бага на Карла. Сейчас мы должны накопить сначала ульту. Угу, идет. Копим. Начинаем крутиться и вуаля! Ждем. И вот этот баг. Даже в настоящем. Даже в Magic Brawl он есть. Ой, блин. Это трэш. Ну-ка, кирка перестанет крутиться. А, как это круто! Ладно, ребят, погнали в катку. Тоже, наверное... Кто у меня самый сильный? Пофиг, берем спайка. Может мне подключиться и забрать Барлея? Я вернусь, когда подключусь. Не понял. Запись стоп. Все, ребят, я привязываю аккаунт. Все. И я получаю бесплатно Барлея. А также бесплатно получаю волшебник Барли. Ну, на одного редкого меньше теперь стало. Теперь мне надо Эль Прима из редких и Пока. Но я хочу очень сильно Гейла. Очень сильно, потому что он сильный, хороший. Да, запишите так. Давайте тогда мы возьмем скин на Барли и погнали в каточку. Мы знаем, что в стендофе скоро удалят Скорпион. И я коплю серебро. Для того, чтобы сразу несколько на записи открыть... Чего открыть? Боксов. Знаете, откуда у них Бэя? Бэя. Откуда? Я вам объясню, откуда они Бэя. Бэю давали в подарок. Это пипец, когда Бэю давали в подарок. У меня было, но я аккаунт просрал. Давайте, если я сейчас умру, то я заканчиваю. Ребят, у меня сейчас резко изменились планы, пока я делал Барли. Да, Витус, конечно, короткий, но зато краткое обновление.
Спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи!